Привет всем! Вот сегодня хочу поделиться с вами с большой радостью. Я наконец исправил мой инжектор, который буквально замучил меня повышенными холостыми оборотами. Ничего не помогало. Знаете, я менял датчики. Вот тут вот датчик вот есть. Рост сильной заслонки. Датчик холостого хода. Саму вот эту заслонку чистил. Устранял продольный люфт. Но ни в какую. Вот знаете, вот поработает, потом поднимаются холостые обороты до такой степени, что даже порой не надо было на газ давить. Машина прямо ревела. Так поднимались обороты. Ну и, конечно, расход топлива. Бензин же дорогой. Ужасно поднялся расход. И вот чисто случайно обнаружил, что было этому причиной. Вот я здесь убрал воздушный фильтр, чтобы он не мешал. Вот он. Здесь так называемый датчик температуры. Оказалось, что он был неисправный. Вот. А вот часто, когда ищут холостые обороты, почему они поднимаются, подскакивают, про вот этот самый датчик забывают. Оказывается, он может быть причиной этого. Он же обманывает компьютер. Здесь же инжектор, тут компьютером все управляется. И он начинает думать, что мотор холодный, надо поднять обороты. Как только вот эту штуку поменяли, ну, стоит она порядка 500 рублей, нормально. Сразу же у меня мотор пришел в нормальное состояние. Уже вот эта проблема устранилась и работает очень спокойно. Обороты быстро падают. Так что, друзья, если у вас ничего не получается, если вы вот мучаетесь с постоянно растущими холостыми оборотами, вот, если вы все перепробовали, поменять все вот эти датчики, почистить заслонку, обратите внимание на вот этот самый датчик температуры.